Здравствуйте, дорогие друзья. Вышел я собирать каштаны, но все уже собрали. Начался сезон каштана посевного. Под каштаном уже все упало. Все шарики раскрыты. У каштана посевного в основном от большого нашего отличие в том, что их очень много. Минимум два, а так их по 4, по 6 бывает. Скорее всего, вот этот, видите, оставили здесь. Опытные каштановики уже знают, что он негоден. Вроде с виду нормальный, но когда начинаешь жарить, он проседает, как бы пустой. Вот так вот, все пустые. Но иногда попадаются. Но те, что остаются, то уже опытные каштанчики оставляют. Они даже по весу различаются. Все вот скрытые, видите, вот здесь было их 4 штуки. Все скрытые. Вот один оставили. Вот такой шарик. Он очень легкий. Смотрите, надавлю его. Надавил. А снизу, видите, вот такая уже пустышка вышла. Это все уже вот снаружи различается. Вот шарик, но они уже пустые. Так я и не нашел сегодня каштанчиков. Но меня сегодня угостили шашлыком из каштана. Такой похож на мясо вкус. Всем советую попробовать. У меня особенный рот. С первого раза некоторые вещи он не признает. Как и каштан я не признал чем-то таким особенным. Но местные обожают его. Здесь сотни людей ходят, ищут их. Но со временем мой рот привыкает, и скорее всего я его еще попробую потом. Или захочу есть. Так было с оливками. Я оливки не мог есть, но теперь их поедаю сотнями. Вот так вот каштан посевной, съедобный. Кто не знал по поводу того, что каштан бывает съедобным, пишите в комментарии. Любой комментарий, любое мнение, это поможет моему каналу. Спасибо за внимание.